Ты готов? Брат, скажи, ты готов? А черт с ним, погнали! Нету времени объяснять, погнали! Быстрей, быстрей! Let's do this. Да черт, не тот аккаунт! Вот он. Персонажа сюда показали? Персонажа мне сюда показали! Сюда! Где персонаж? Я не понял, где персонаж? Почему он не на весь экран у меня? Я захожу в магазин. Не, стоп! Я не захожу в магазин. Пропуск в магазин, лайк, подписка. Срочно, срочно! Ладно, все, захожу в магазин. Что это такое вообще? Что происходит? Подарки! Я плачу, я не могу! Разработчики, вы не говорили про подарки! Сколько можно значок на спайка мегаящики проводиться? Спасибо, спасибо большое, вы ранили мое сердце! 700 гемов стоит новый бравлер! Но я попытаюсь его выбить бесплатно! Бесплатно! Кстати, по поводу бесплатно. Бесплатно его получите вы. Я обещал для вас мега-конкурс. Ребята, этот день настал. Вы получите мег, прикиньте. Я уверен, что многие из вас мечтают о этом новом бойце. 700 гемов он стоит. Я тебе его задоначу. Сейчас я скажу, что надо сделать, чтобы ты его получил. Одну минутку. Даль только себе его выбью, а дальше тебе его куплю. Так. Так, пацаны, короче, открываю мега ящик, если с него не падает новый мэг, я покупаю гемы и покупаю мэг и прокачиваю ее на фул. Но есть один маленький момент, сейчас решим. Да, короче, ладно, ну что ж, ребят, открываю один мега ящик, у меня вообще ничего на аккаунте, все есть, кроме одной мэг. Смотрите, один бесплатный мега ящик, разработчики дали мне шанс выбить Легу. Вам тоже вам дали шанс, напишите в комментах, кто ее выбил. Я буду сегодня открывать на всех аккаунтах эти мегаящики. Вдруг повезет, а? Ну реально, вдруг повезет. Так, поехали. Ребят, просто прожмите лайк на удачу. Она и будет и у вас, и у меня, и у всех. Просто лайк на удачу, и падает мэг. Просто, я не шучу. Смотрите. Па-бам! Так хотелось, блин. Подарочек забираем на спайка. Так, что ж, ладно, 700 гемов, да, говорите? А сколько это по деньгам-то? Ух ты, ё-моё, 700 гемов, это же... Это сколько, 40 долларов она стоит? Чего? Капец она дорогая, ребяточки. Ой-ой-ой-ой-ой, это очень... Я думал, она 20 долларов стоит, я хотел ее разыграть, ну, минимум штук 5. Она стоит в 2 раза дороже, чем я предполагал себе, реально, 40 баксов! Офигеть. Не, ну мы-то разыграем ее по-любому, но все зависит от того, сколько вы лайков наберете на этот видос. Ладно, давайте я задоначу. Блин, офигеть, сколько она стоит, блин! Как больно! Короче, вам однозначно нужен от меня донат, потому что, ну, я даже себе покупаю, я такой, больно! Ну, вам куплю точно, то есть... Сейчас скажу, что надо сделать, пацаны, надо участвовать. Так, ладно, чё, иди сюда. Сюда иди. Или что, или может открыть... Нет, полетели. Вот это подарок! Спасибо! У-ху! Спасибо, спасибо, спасибо! Подарок будет вам. Так, надо же ее прокачать на фул, да? Да блин, холдик достал! Скажи, что надо сделать, да я пойду. Что надо сделать, я хочу мэг. Ладно, поехали, скажу, что надо сделать и продолжим видос. Так, кто хочет, чтобы я купил мэг, значит, выполняйте все условия, они очень простые, на самом деле, я думал, будет гораздо сложнее, но просто и легчайше. Первое, что надо сделать, это, конечно же, поставить лайк и подписаться на канал. Это 100%, первые два пункта прям железно. Лайк, подписка на канал. Сделали, да? Далее, залетаем по ссылкам в описании. Холдик Лайф подписываемся. Саня Слон подписываемся. И на Инстаграм подписываемся. Все. Прикинь, все. И здесь в Инстаграме я оставлю фотографию, где надо коммент будет написать, что ты выполнил все условия. И сегодня еще на лайв-канале выйдет новый влог. Желательно влепить лайк. Возможно, дополнительный приз будет для тех, кто поставит лайк на сегодняшний мой новый влог. Выйдет он, не скажу во сколько. Это будет такой дополнительный бонус, если, конечно, будет хорошая активность. Все. Все.
Подписка на Holdic Life, на Саня Сло, на Инстаграм. Все, дерзай, братик, другого шанса не будет. Итоги конкурса когда? Итоги конкурса сделаем в ближайшие дни. Блин, акция, сколько акция длится? В общем, до конца акции мы сделаем итоги на стриме, так что не пропускайте. Шо, пацаны, давайте будем ее сейчас прокачивать на фул. Мне надо жетончики вот эти, жетончики. Блин, я слишком много гемов задонатил, зачем? Я слишком много гемов задонил. А может и не слишком много. Где? А у меня нету, походу, да, мне придется... А, не, вот есть одна. Одна, 500 этих. Ах, ладно, что ж, давайте открывать тогда ящики, что... Тысяч. Я буду сегодня открывать на всех проектах, ребята, ну или не сегодня, завтра открою на всех проектах ящики, дабы посмотреть, что мне выпадет с бесплатных ящиков, а вдруг выпадет реально где-то на каком-то проекте Мэг. Я просто на всех открою, на всех. Так, все, она у меня фуловая, друзья, смотрите. Так, тыкс, блин, как-то... Так, а что по прокачкам? Дороже прокачка стала? 1250. Ну, я помню, там 1800 было золото, пацаны. Нам разработчики что-то не рассказали, однозначно. Что-то они там мутят. Так, ну давайте, что, поехали. Блин, офигеть, как она дорого мне обошлась. 700 гемаса в один бравлер. Туды его нехай. Так, пинпаки, бла-бла-бла, полетели. Так, надо гаджет и пассивку выбить. Что, ребят, апаем ее на 35 ранг. У нас теперь новая ШД, на котором можно 30 кубков почти заработать. Так, пассивка на бравлера есть. Осталось выбить гаджет. Так, блин, я еще хочу ее выбить на проекте в путь. Слушайте, ребята, а где будем ее апать? На проекте в путь или на основном аккаунте? Ну, блин, там надо... Опа, гаджет с бесплатного, ех, тысяч, нехай. Так, смотрите, одна пассивка, один гаджет, просто Люцифер. Ребятки, да блин, что так темно, я не знаю. Бравлер у меня 10 силы, я уже себе задонатил, осталось задонатить вам. Не, пожалуйста, не пропусти этот конкурс, все его ждали. Мне надо определиться, где его апать, давайте зайду на проект в путь еще. Ребзики, не знаю я, что делать. Блин, на проекте в путь кубки важнее. Посмотрите, вот так вот, это подарок. Давайте, прикинь, бесплатного сейчас открою и выбью. Ой, боже, я порал бы. Не знаю, напишите в комментах, где будем апать бравлера. Если на, ну, если на этом просто аккаунте, то тогда... Тогда придется мне сюда задонатить. Но тут просто кубки нам нужны. А на основе нам кубки не нужны. Ой, что это у меня там сзади? Капец, летняя рамка Джеки выглядывала. Вот, смотрите, вот это. Кстати, прикольная рамка. А что я не использовал? Гля, какая светленькая, вообще лютая. Короче, важно написать, на каком проекте мы будем апать нового бойца. Кстати, по обнове. Обнова же у нас вышла, да? Теперь вот смотрите, можно случайный скин, включаем такую функцию, все у нас теперь случайный скин, что у нас тут нового? У нас теперь ШД плюс изменили, да? Что у нас еще нового? У нас теперь можно поиск команды делать, клубы, что у нас клубы? 100 человек, все так же не расформировали, клубы в следующем обнове будут задействованы. Короче, ребят, пишите в комментах, че, где пушим бравлера, на основе или на этом аккаунте? Кстати, тут спайка нету, ну потому что скина нету. Такие дела. Участвуйте в конкурсе. Я пошел запускать прямую трансляцию. И пушить Мэг на 35 ранг. Да. Блин, вот не могу определиться, где его апать. На основе когда-то буду пушить 50 тысяч. В принципе, кубки с запасом пригодятся. Но на этом... Пишите, а я почитаю. Все, на этом прощаюсь. Подписка на Holdic Life, на Саню Слон и на Инстаграм. Не пропусти, три ссылки, и все. И ты участник конкурса, и на мой канал подписан. Ах, пошли апать, Мэг. Я полетел запускать трансляцию. Пока.